Последний понедельник мая в США отмечают День поминовения. Американцы чтят память своих военных, павших в боях. Специальная церемония прошла в Кабуле. С 2001 года, с начала войны в Афганистане, здесь погибли около 2500 военнослужащих международного контингента. Большинство из них – американцы. Президент США Барак Обама почтил память погибших воинов, возложив венок на Арлингтонском национальном кладбище Вашингтона. «Мои самые искренние мысли сегодня с теми, кто оплакивает гибель своих родных и близких», — сказал он. «У меня у самого две дочери, которых я люблю больше всего на свете. Мне и представить страшно, что я могу их потерять. Представить себе не могу, что значит потерять на войне сестру, брата или родителей». В понедельник в Афганистане погибли еще четверо военнослужащих международного контингента. Этот день был отмечен и двойным терактом у итальянской базы недалеко от города Герата. В результате взрывов, устроенных смертниками, погибли по меньшей мере 4 человека. 15 итальянских военных получили ранения.